сегодня мы будем наблюдать, как наши участники будут соревноваться в различных категориях и различных возрастных группах. А теперь слово предоставляется организатору конкурса Валентине Макаровой. Аплодисменты! Wonder Woman! Добрый вечер, зрители! Дорогие зрители, спасибо огромное за то, что вы поддержали наш проект, пришли сегодня на рождение нового проекта для детей и молодежи в городе любимом Юрмале. Мы надеемся, что вам понравится этот проект. 4 дня прошли великолепные конкурсы, интересные соревнования. Спасибо Юрмальской думе и директору Инти Баумне за предоставленную возможность разместить детские работы художников в Юрмальском музее. Сегодня я хотела бы поблагодарить прежде всего великолепную, замечательную певицу Ольгу Пиракс, которая согласилась стать музой нашего фестиваля, что она поддержала этот проект. Сегодня исполняется 35 лет со дня ее творческой деятельности. Мы все ее любим, знаменитая певица, которую знают во всем мире и любят. И сейчас я хотела бы ее пригласить на эту сцену. Ольга Пиракс, лодзу! Айценам скатус! Дарим вам вот такой замечательный кубок на память, чтобы вы вспоминали. Мы желаем вам еще долгой-долгой творческой деятельности петь, радовать зрителей, учить детей, иметь педагог, своих учеников и многих-многих лет жизни и здоровья. Поздравляем! Спасибо. Спасибо огромное, спасибо. Я очень счастлива, что в этом году действительно такой юбилей. 35 лет назад я выступала на конкурсе молодых исполнителей в Латвии и заняла первое место. Потом сняли это выступление, естественно, на телевидении. Это выступление увидел Раймонд Паус, и вот так вот комочек покатился. Это очень волнительно было, но очень-очень радостно. И я вижу сегодня и вчера, вижу очень красивых, талантливых детей, прекрасных родителей, которые помогают им развивать свое творчество. Спасибо вам, дорогие родители, за это. Спасибо. Потому что мы нуждаемся в хороших талантах, в интересных, в самобытных. Я желаю всем-всем участникам, конечно, хорошей карьеры. Самое главное, чтобы вы действительно творчески горели, чтобы вы все время что-то придумывали, не просто исполняли какой-то танец или песню, а чтобы у вас все время горели глаза, чтобы вы постоянно, постоянно развивались творчески. Удачи всем!